Мустая Карима, замечательный человек, много пишет, вы, может быть, читали ее произведения, и стихи, и повести. Еще она ведет радио «Азатлык» в городе Москве. И еще одна автор нам пишет, башкирская Диля Булгакова, напишет очень хорошие стихи. Все мы, обычные женщины, вот бросили сейчас дома своих мужей, детей, внуков, и вот приехали к вам, чтобы познакомить с нашим творчеством. И вот эта песня, она очень-очень про нас. Альхамдулилля. Послушайте. Сейчас можно гордиться, и она украшение города Москвы. И эту песню, она называется «Монора», мы посвящаем мечети. Но не только нашей соборной, а всем мечетям. И вот мы, как я говорила уже перед этим, прошел у нас благотворительный тур по городам Московской области, в 10 городах, и еще будет продолжаться. Но здесь проще, здесь татар слушают, а там и русские приходили, и другие, они не понимали, кто такие татары. И после наших концертов они уходили восторженно. Какая же у вас красивая, благородная музыка, какие у вас красивые костюмы. То есть вот здесь нам страшно, потому что мы московские. А там у нас была миссия вообще открыть ислам и нашу татарскую национальность и гордиться этим. И мы этим до этого добились, потому что нас поддерживал Воробьев и очень благодарил нас. И сейчас песня «Монора», и вы увидите на экране мечети не только Москвы, но и городов Московской области. «Монора». Thank you.
У поезда 30 человек на всех фотографиях, также провожали. Только в Казани мы каждый день ходили в гости, наверное, вот по 4, по 5 раз все друг к другу. И вот эти детские воспоминания, и Казань, так, они самые-самые светлые, самые красивые, как сейчас Казань преобразилась. И сейчас я тоже стала интересоваться, мама моя из Нижегородской области, а папа в Москве родился, но бабушка наша, она родилась здесь, в Татарстане. Папа из Высокогорского района, мама, то есть моей бабушки из Этне района, она Булалар была, да, Яшадлер. То есть очень приятно уже сейчас в возрастном поколении, когда у меня уже многие им рассказывать, насколько Татарстан наш вот, настоящий, не просто словами, родина. Еще раз очень благодарна, что вы здесь, у меня прям вот аж мурашки, потому что так приятно с вами вместе здесь быть, вот, что вы слушаете нас, аплодируете. Без Бельгия. Айрис. Жүйкемді сүйдіңіз
Рахмет. А я хочу пригласить на сцену нашего